Саш, какую самую прикольную смс ты получила от девушки когда-то? Перезвони, будь ласка, на мой номер. Что ж, сегодня мы попросили наших девушек написать смс, которое они, внимание, отправили бы на следующий день после первого секса. Я смотрю, ты заинтересовался. Конечно же. Ну что ж, ты готов? Да. Тогда слушай, потому что это будет очень интересно. Например, вот Анна, она бы прислала такую смс-ку на следующий день. Представь, ты утром просыпаешься, приходит тебе смс-ка. После такого с меня массаж. С меня массаж? Да. Как будто это ей не понравилось, я могу сделать тебе массаж, да? Нет, я думаю, что ей наоборот это понравилось, и с нее массаж. Ничего себе, молодец. Ань, прокомментируй, почему именно эта смс-ка? Ну, потому что я люблю дарить удовольствие не меньше, чем их получать.